От борта и в лузум. Ежегодный турнир по бильярду открыл 8-ю городскую спартакиаду в Белокурихе. 20 любителей и мастеров бильярда играли в свободную пирамиду. До 2 поражений сетка олимпийка, то есть получается. То есть один человек поиграл, второй спадает, еще вторая возможность. То есть может снова дойти до финала и выиграть там. То есть, тут все от уровня спортсмена зависит, конечно. 10 городских команд по 2 человека в каждой встретились в бильярдном клубе, чтобы выяснить, кто все-таки лучший. В результате первое место у команды санатория «Алтай-Вест», второе – сборная «Факел» и бронза у спортсменов «БЭС». В личном зачете золото досталось Павлу Маркину, серебро – Александра Пестова и почетное третье место завоевал Алексей Бессонов. К слову, бильярдный турнир – это только начало большой городской спартакиады. Также в городе-курорте пройдут соревнования по шахматам, горным лыжам, волейболу, баскетболу, боулингу и другим дисциплинам.